Вместо платьев и каблуков – бутсы и футбольная форма. В Вятских Полянах закупки по футболу будут бороться девушки. Женская команда по этому виду спорта там существует уже пару лет. До этого девушки только тренировались, но сейчас готовы выйти на серьезные соревнования. Подробности прямо сейчас. По свистку женская команда по футболу начинает свою разминку. Тренируется по специальной технике, которая несколько отличается от мужской. Сначала тренер лично показывает, как вести мяч, делать точные передачи и идти в атаку, после чего девушки начинают отрабатывать приемы. За каждую ошибку на тренировке разработана своя система наказаний. Если мяч не оказался в воротах, упор лежа. Такие трудности не пугают юную спортсменку Ирину. Тренировки приносят удовольствие. Футбол – это как... В неком случае мужской вид спорта, но захотела. Стала очень спортивная, стало меньше времени, но зато стало больше сил. Тренер женской команды тоже отмечает положительную динамику. Девушки усовершенствовали свои тактические и технические навыки. Вот первый год они приходили, они даже не могли по мячу попасть, а сейчас они бьют так, что даже мальчики завидуют, как они бьют силу удара. Силу удара каждый раз на тренировке испытывает Ирина. Она вратарь команды. На ней лежит главная ответственность – не пропустить гол. А потому даже на разминке она сосредоточена и собрана. Это не самая легкая задача. Надо поймать. И от вратаря зависит многое. Ну и... Вроде как получается быть вратарем. Девушки понимают, футбол – игра командная, и от каждого участника зависит победа. Уже скоро они смогут проверить свои силы. В конце декабря в Кирове состоятся соревнования по мини-футболу, в которых они планируют поучаствовать.